Традиции и перспективы развития отечественного востоковедения обсудили на заседании Петербургского отделения Российского исторического общества. Современное научное востоковедение – связующее звено между культурой и политикой. Благодаря трудам советских ученых и исследователей, СССР сумел завоевать прочные политические и экономические позиции на сложной восточной арене. А отечественных дипломатов в этом регионе всегда можно узнать по почти безупречному знанию языка той страны, где они работают. Механический перевод делается легко машиной. Тем более важен тот смысл, который стоит за механическим переводом, который только очень глубокое познание менталитета, языка, значение там каждого отдельного слова. Востоковедение понимает, читает текст и знает не только, что написано, что за этим текстом стоит, что не сказано, что хотелось бы сказать. К сожалению, тяжелый для страны период 90-х годов стал намечаться разрыв между академическим и прикладным востоковедческим знанием. Возникли трудности с воспроизводством научных кадров, были утрачены многие международные связи. Отрадно, что в последние годы ситуация начала постепенно меняться к лучшему.